Вітаю вас з перемогою в сьогоднішній грі. Підкажіть, що було головною цілею вашої гри сьогодні і взагалі які цілі у вас на сезон? Да, спасибо за позволение. Что, основной целью было уменьшить количество фолов. Вот, это раз. Второе, немного как-то более скорректированно действовать в обороне. И больше забивать, больше ударов, реализации. Вот, цели на сезон. Ну, хорошо провести время. Естественно, побеждать в каждом матче. Это, я думаю, у каждой команды такая мотивация.